Грохните, пожалуйста, все ваши графики. Забудьте, сколько стоит биткоин. У нас появилась идея сделать что-то простое, что-то полезное, связанное с рынком технологии блокчейн. Я там говорю, сумасшедшим человеком, чтобы собрать у человека, взять у тебя деньги, пообещать что-то, я тебе верну. Давай, ходи. Во все времена существовала потребность в сбережении капитала. Мы можем помочь очень многим людям. Активы, которые я в компанию вложил, выросли в несколько там десятков раз. Мы ничего не придумали, мы просто учим людей. Можно жить где угодно и работать с партнерами из стран, где криптовалюта разрешена на государственном уровне. Вы изменили мою жизнь. За счет технологии блокчейн сегодня оцифровываются даже процессы. Но сегодня и без этого происходит уже бегство от денег. Есть потенциал, еще огромный рынок, очень маленький. Деньги – это информация. Мой капитал растет. В будущем банки изменятся. Доллар, евро не работает, а биткоин, эфир работает. Моя мечта сбывается. В других сетевых компаниях просто-напросто людей заводят и бросают. Многие эксперты говорят, что это не биткоин дорожает, да, а доллар дешевеет. Общество не должно быть одноногим, где кто-то очень хорошо зарабатывает, а кто-то нет. Нет неуспешных, есть просто нетерпеливые. Уникальность технологии блокчейн в том, что это открытая записная книжка в интернете. Самое главное, я увидел потенциал этого проекта. Разглядеть возможность там, где другие видят опасность. Вот я 15-20 лет еще планирую жить и просто тихо богатеть.